Мне посчастливилось учиться с ним, это самое, до 8 класса. Вот. И я в 7 классе, мы сидели с одной партой. И вот тогда мы с ним как-то сдружились и сблизились. Вот. У него свои тайны какие-то были, он человек был необычный. Он всегда, и как-то вот он, у него свое было. Он отличался от общего количества студентов, ой, ну, учащихся. И как-то даже вот он, ну, он не то, что вот был волшебник, а он как бы не отличался вот внешне, но только духовно. Вот. И как-то вот несколько раз он, вот слушай, говорит, песня вот эта, где он ее отопал там, вот перерыв, ну, так, что-то бегает в школе, он мне напевал эти песни разные. Вот, и всегда был какой-то ищущий человек. Это тогда еще я заметил. Вот. И даже вот такой случай я хочу рассказать. Я по пути в школу, я дальше жил, а он близко. Я за ним заходил, ему меньше ручки в школу. Я прихожу к нему, он вот на согнутых ногах, как ногами, на турнике висит. У нас турники были почти у всех, но там занимались вот что-то там. Ну, не просто висит, он ест пирог, не с головой. Я ему так говорю, Володь, ты что это ешь, что это? Он говорит, интересно, как пирог снизу вверх. Это вот говорит о том, что у него пытливый какой-то ум был, и он пытался все это узнать как-то. Вот. Ну, короче, мы дружили с ним, а вот, к сожалению, ну да, к сожалению, судьба такая. После 8 класса мы разбежались. Он разбежался на то. Я в институт, училище, он тоже училище, консерватория. И потом мы встретились уже с ним. Я уже был членом Союза был в СССР. Вот. А он приехал в Саранск. И мы как бы были рады, что встретились. И земляки, как-то детство нас объединяло, как родные братья были, вот, обнимались и потом общаться стали. Я тогда уже был как-то вроде известен, там уже эта картина написал несколько. Вот, он знал об этом и говорит, слушай, ты вот картины пишешь, не то, что там на чернок, или что, тебе ведь нужен материал собирать, ты должен, ну, я ведь говорю, чумартую почти, я объездил и восхищался. Такие, говорит, есть типажи, такой материал. Поехали, говорит, всегда меня звал с собой, как Алёшка рассказывал про это. Я, к сожалению, как у художника тоже, вы знаете, есть идея какая-то в голове, и он пока ее не сделает, он не откажется, не бросит ее. Ну, выстраданная которая, да? И я откладывал, говорю, Володь, как-нибудь в другой раз поеду, обязательно. Вот. И мы никак не совпадали. То мы с братом ездили, вот тоже пол Мордовина ездили, собирали материал. Так мы, у нас не получилось. Но мы общались, он приходил в мастерскую. Какие-то носил из торсника, такие самодельные, такие приятные вещи. Вот звук такой приятный идет, просто ласкающий такой, природный, как говорят. Вот. А вот микрофон возьми, вот как-то расстояние, плохо тебя слышно. Плохо? Вот так. И, в общем, мы даже рядом жили тут на Сети Строев, и часто вместе, когда в троллейбусе едем, в общем-то, остановимся, целый час говорим. Интересный был, какой-то человек своеобразный был, конечно. Вот, и как чувствовал, что вот перед болезнью он мне подарил вот этот альбом Торна. Я, конечно, до сих пор его берегу, включаю иногда и слушаю того Володю. Несомненно, человек был одаренный, но вы знаете, он не только одаренный был, а ведь когда человек одержимый и есть какая-то цель, еще и талант, конечно, состоялся как личность, как художник.
Вот я хочу сказать, знаете, какие удения можно быть. Я вот хочу сказать вот об этом, про него. Спасибо. С Ромашкиным познакомился в Казани, когда в 75-80-е годы учился я в Казанском университете на юридическом факультете, он в консерватории, как оказалось. Познакомились после тренировки, ходили в клуб МВД Республики Татарстан, назывался клуб имени Минжинского. Карате было, вы знаете, там потом уголовный кодекс, даже статью ввели, только по спискам. И должен признаться, ну, мало кто знает какие-то тайны из биографии, мы друг друга бережем, старались беречь по той простой причине. Он боялся, когда я уже здесь работал судьей 80-го года на Евасе, потом 36 лет уже в общей сложности в Верховном суде. Он оберегал меня от того, что проблем много, друзей и так далее, вот эти просьбы будут и так далее. Ну и поэтому, как тайные советники вождя, друг друга знали, понимали, поддерживали. Но когда только личным, когда у Виталия проблемы возникли, которых в свое время ну, задержали, чуть не хулиган ему шли, шили, а потом все нормально обошлось. Ну, то есть я о чем хочу сказать. Человек, учась в консерватории, вдруг боевым искусством, кеокушин карате, контактный карате, стал обучаться. Естественно, ни его, ни меня по своей фамилии туда не принимали, хотя я был председатель спортсовета, юридического факультета, но мне декан сразу сказал: Василий Николаевич, если я их сейчас попрошу, чтобы вас приняли, тебя лично, то у меня тоже просьба будет, вот на юридический факультет, баш на баш, тот период назывался. Поэтому он, как курсант одного из училищ, ходил, рот открывал, народу много было в этой части, я тоже рот открывал, как будто фамилию называл, нас практически никто не знал. И когда нас через некоторое время разоблачили, когда мы создали в университете секцию, и когда сенсай уходил, мы с ним под видом мастера старались тоже обучать. И вот тот сказал, что вот те лица, которые ходят в клуб Минжинского, мне кажется, еще приемы эти, так сказать, студентам юридического права факультета, и нас наказали, заставили 2000 раз отжаться. В общем, пока 2 часа шло занятие, Ромашкин отжимался, я отжимался, пока никто не обращал внимания. Кончилось с тем, что мы пришли на улицу Красной Позиции, где я проживал, и он не мог в руки стакан взять, у него руки тряслись, он так добросовестно отжимался, хотя до этого уже тренировки были, но сами прекрасно понимаете, 2 часа он добросовестно чуть-чуть отдыхал и снова отжимался. И он попросил напоить, у него зуб на зуб, стакан не поднимал, вот такое напряжение, такой честный человек был. У него талант, вот здесь говорили, что в своем пророке отечества, значит, пророков нет. Да, я его сегодня проходил тоже по парку Пушкина, и там стоит бюст Высоцкого. И вот молодые люди говорят, ну вот глядя на него, что он такой недооцененный, что, мол, нет пророка в своем отечестве. Где-то хорошо, так и о Володе, вот, о Торме вроде знают и так далее. Но это кажущие, конечно. А мне захотелось сказать, ведь мало кто знает, что Владимир, по крайней мере, 2 жителя Саранска хорошо знали Владимира Семеновича Высоцкого. И вот один из них был как раз Владимир Ромашкин. Когда он узнал, мы часто вместе душ принимали, я ему рассказал, как в армии мне Владимир Семенович Высоцкий в 73-м году, я, значит, в тот период был перворазрядником, за Московский военный округ выступал, и я ему рассказал так на вечере, который пригласили на День Советской армии военно-морского флота, у нас был вот многие артисты в Подмосковье, все происходило в Солнечногорске, вот был у нас Владимир Семенович, я ему сказал, что после окончания творческого вечера, он рассказывал о своем отце, полковнике гвардии, потом дедушке, который был юрист и друг его тесту, он подарил ряд подарков, в том числе мне лыжи. И он когда узнал, что я на лыжах Высоцкого, Владимира Семеновича, выполнил норматив кандидата мастера спорта СССР,
50 километров, 3 часа 45 минут 08 секунд. Он, кстати, при этом участвовал, болел на озере Лебяжий, у нас называлось, 18 марта 1979 года происходило. И он говорил все, цокал языком, ну ломани, ну цоры, до сих пор молчал. И так получилось, что в 1977 году, когда Владимир Семенович приехал, целую неделю выступал, мы уже еще студентами, значит, в Казани, решили попасть. Стипендия 40 рублей у нас студентов юридического факультета, в тот период было не у отличников, нужно было и было отдать, чтобы попасть на концерт. Но так получилось, мы в городе Спутники, Зеленодольске вместе были. С нами еще одна дама была, Алексея Татьяна Владимировна, в прокуратуре работала, потом начальник юридического отдела Мордоспирти, в прошлом году, к сожалению, умерла. Так вот, увидели афишку, как раз Ромашкин, входной билет 3 рубля в Зеленодольске, выступает Высоцкий. У нас было 5 рублей, мы пришли туда, но, к сожалению, когда уже пришли, он уже выходил. И он говорит, ну вот видишь, как вот неудачно. Дело в том, что когда к нему подошел один возраст человек, ветеран, подошел и говорит, вот мы были очевидцами. Владимир Семенович, скажет так, билет стоит 3 рубля, вы выступили на 1 рубль, а кто мне доплатит остальные 2 рубля? Он его взял за плечо, спросил, вы ветеран? Он говорит, ну конечно, ну и показал колодку. Он говорит, вот пока автомашина не придет, сказали, это буквально там 10 километров, ну, я не знаю, 15 километров, мне кажется, не больше. Вот. Он говорит, я вам буду петь. И вот вошел в администраторскую, и мы вот трое, Володя, я и Татьяна, были очевидцами. И он исполнил песни. Старик достал шкалик, он говорит, я на работе не пью, мне еще выступать, стадионы. Ну, тогда он говорит, это же не водка, не самогон. Он спросил, а что? Да это настоящий армянский коньяк, шкаф. Ну, Владимир Семенович глотнул, а Володя, не веря, что это самый настоящий Высоцкий, тер. Так вот, Высоцкий сказал, посмотрел на него, костлявый, высокий такой, с горящими глазами. Он говорит, а не про вас ли Марк сказал? Обаятельный, как Мордвин, талантливый, как Малоросов. И Ромашкин, вы представляете, вы уж забыли про это, ну сказал. Так у нас на библиотеке все тома Ленина было, 55 томов, Маркса или Энгельса, ну, юристам было положено там о праве, государстве, и так, судопроизводстве, цитаты нужно было выдергивать обязательно тогда в рефераты, диплом оставлять. Так вот он сидел, никто не приронил никогда какой-то воздух, слово в библиотеке, это был табу. Так Ромашкин, когда нашел письмо Карла Маркса другу Энгельсу, где он воспроизводит слова вот эти, обаятельный как Мартин, талантливый как Малороса, 12 февраля 1870 года, он тёра ко мне подошел, нашел, все на него посмотрели, как на инопланетянина, откуда он такой, с горящими глазами, какую-нибудь Марку читает в этой части. Он так был поражен, он так любил свой народ, он так его пропагандировал. Поэтому вот эти блоки, спорт, патриот, о нем много можно часами рассказывать, и очень интересно. Дело в том, что я его спрашивал, ну тебе вот это кикбоксинг, карате, контактный карате, зачем нужен? Ты же дирижер, ну там музыкант и так далее. Ну нам, как юриста, может быть, надо, хотя я уже тоже спортом занимался, другим выносливым. Он говорит, ну а как же? Вот нужно будет девушку защитить. Кстати, ты женат? Я говорю, нет. Вот приедешь к нам, если в Мордове тебя распределят, ну так получилось. В Зуполянском районе девушку. Я говорю, а почему? Потому что там самые красивые девчата. А потом оказалось, что из молочницы Татьяна, его супруга, в Зуполянском районе. И так, кстати, получилось. Потом мы много с ним общались. Просто такую категорию делал, я рассматривал организованные преступности, когда нужно было предусматривать смертной казни, пожизненное заключение, у нас была охрана, у нас поджигали. И Володя после этого говорит, слушай, ну такая напряженка у вас, я можно будет приходить сюда, ну вот, не будем из этого что-то какое-то шоу делать, потому что очень много будет просьб. И мы дружили до последнего, даже когда он уходил в больницу уже, он говорил, мы договорились с ТВ-6, такое телевидение было в Москве, ТВ-6, там «Сделай шаг» передача была. И когда впервые
Вот долго мы отказывались, но потом сначала я выступил, рассказывал о судебных процессах преступной группировки Шукали, которые там убили капитана Гагарина, мы допрашивали в поле там, и так далее, спасли эту свидетельницу, и вот они решили этот сюжет. И нас пригласили Александр Новиков, певец, который 5,5 лет оказался, отбывал наказание в Свердловской области, да, сейчас известный человек, да, за фарцовку. А Наталья Варлей, которая, оказывается, кроме того, что она исполнительница кавказской пленницы и так далее, она еще и пишет замечательные стихи. Вот она написала мне, я писал в Казани, о городе, о Казани, вообще о республике, лирических таких, я написала «С пожеланием добра и творчества» Наталья Варлей. Это все в моем рабочем кабинете, и он всегда говорил, какие все-таки талантливые люди Мордва. И вообще он был патриотичный человек. Он вот приходил, находил, допустим, данные о том, что Лев Николаевич Толстой учился у нас на юридическом факультете в свое время. И говорил, а ты знаешь, он был в Казанском соборе, есть такой Казанский собор в Казани, так вот там святитель Филарет сказал, это он про юристов, это он читал, и он рассказывал, я вел записи, и вот сейчас, собственно говоря, из этих крох можно даже что-то опубликовать. И, кстати, у нас «Эзнь правды» часть опубликовали, там и так далее. На выход как раз, собственно говоря, от него. Он говорит, смотри, про юристов говорят, какими людьми должны быть эти люди. Это Ромашкин говорит, который отношение к юриспруденции, казалось бы, не имел. Если мы ищем врача даже при легкой болезни, то какая эта осмотрительность нужна при выборе судьи, которому вверяется более-менее здравие тела всего общества? Он говорит, а ты сможешь что-то так, если будешь судьей? Я меня не возьму. Не возьму по одной причине. Я говорю, а почему? А ты же говорит, помнишь, рассказал, как Владимир Семенович сказал? А Владимир Семенович, когда подарил лыжи, ну, знаете, спросил, а кем вы хотели стать? Я говорю, как ваш дед и ваш друг хотел бы стать юристом. Ну, фамилия у меня неудобно читаемая, Мартышкин. Он говорит, запомни, сержант, профессия юриста не терпит украшений. Не должность, не фамилия украшает человека, а он ее своими добрыми делами и правильными поступками. Ну и потом спел песню. И вот он мне когда напомнил, к сожалению, пришел, я ему рассказал, Владимир Ромашкин, о том, что действительно поступал, но зарплату меня не приняли. Ни член партии, фамилию неудобно читаем, а потом как член приемной комиссии. Представляете, вот он будет судьей, выносит приговор, где-нибудь в Мордовии, судья Мартышкин. Это отбор на смерть. Нет, 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 нет. Но тем не менее поступил, закончил, направили сюда. Вот. И долго мы здесь беседовали, работали. И он находил что-то и говорил, а ты знаешь, у нас какие земляки? Ведь Саранская в Пензенской области была. А ты знаешь, у Михаила Николаевича Загоскина есть замечательный роман «Юрий Милославский или Русский» в 1612 году. А ты знаешь, как он об отечестве своем говорил? Человек, который не любит свое отечество, жалок. Кто смеет его поносить, заслуживает общего презрения. Он говорит, мы с тобой любим свою Мордовию. Хотя я говорю, я из Мордовии, я с Никольского района. Понимаешь? Он говорит, ну, если будешь у нас, ты будешь полный в плане Мордвин. И вот я здесь долгое время нахожусь. Он говорит, ну а как нам закрепить? Я говорю, да получится так. Я женюсь, неважно, в Дуполянском там, или Тенгурском районе, но сына назову как своего Виталика. Виталий. Я так и сделал. Появится у него внук, у него появился Андрей. Андрей внук у нас. Ну, единственное, Галя, девчонки, как у него нет, а все остальное вот у нас таким образом. И вот когда мы договорились на ТВ-6 о том, что он же лауреат был и так далее, значит, о том, что ансамбль выступит, вот он будет руководителем, и он сказал, знаешь, я себя вот немножко чувствую, вот давай сделаем так. Вот надо им позвонить и сказать, вот человек выздоровеет, и потом мы будем. Но получилось так, что он уже больше не вышел, и это было, так сказать, его последний поход к нам сюда, в Верховный суд. У нас и фотографии есть, и так далее. Вот. Это, спасибо. Ага, это замечательный человек, которого просто надо помнить. Это человек, который любит свою малую родину
И замечательно, что вот такие творческие вечера, которые прошли недавно только, да, в его доме, где его бюст находится в подъездной тавле. Вот сегодня, вот почаще надо встречаться, рассказывать о таких людях. Тогда не будут говорить, что нет пророк в своем отечестве. Есть они? Ромашкин один из них. Любитель истории много чего знал про древнюю историю, там, русские, арийцы тогда вот как раз открыли в Южном Урале Аркаим, как это все. Он искал там эрзианские, мордовские корни, это все говорилось, и у нас такая вот идея возникла. Не просто мордовскую борьбу, а вот эту вот как бы мистическую связь поддержать. Вот нашли Торому звучит. Должен Тюшти, мистически, конечно, таким образом Тюшти пробудиться. А давай вот создадим общество, вот это вот, может быть, Тюшти должен прийти. И мы вот решили, что нужно такой клуб Тюшти создать. И когда немного погодя, я уже занимался этими делами, как вот все это дело с мордовскими играми, мордовскую борьбу возродить, чувствую трудности какие-то возникают, он говорит, может быть, немножко рано. Может быть, немножко рано, не пришло время, но я вот сейчас думаю, все-таки это процесс исторический. Торому нашли, Торому звучало. Вот. И то, что вот это движение, Тюштен, Налксима, я бы хотел, конечно, чтобы тебя включили, но не получается. Ну ладно. Вот. Это тоже не сразу. На самом деле сделано очень много. И вот то, что Ромашкина мне не хватает, это очень большая такая потеря, мне его не хватает. Как соратника, как сподвижника, человека, понимающего, для чего это делается. Потому что культура проявляется во многих ипостасях. Песенное творчество, художественное, прикладное творчество. Но душа народа, она живет и в движении в том числе. И вот все люди здесь не случайные, все мы присутствуем на разного рода фестивалях, все говорим язык. Сложно с языком, потому что процесс обрусения идет тысячи лет, и единицы знают его в совершенстве так, как знали наши предки, а многие знают в разной степени, так сказать, освояемости, но подавляющее большинство этнических азиан, макшан, язык знает плохо или совсем никак. Поэтому очень важно, чтобы пробуждение наступило, чтобы этнос себя осознавал. Нужно культуру поддерживать и продвигать во всех остальных проявлениях. И когда мы это дело начинали, мысль была совершенно здравая, что вот, движение – это наиболее универсальный язык. Точно так же, как музыка, песня – это язык универсальный. Даже не владея языком, вибрации музыкальные, они воспринимаются. Я когда приходил к ним на репетицию, слушал их песни. Да, я языка не знал, но в меня это проникало, эти вибрации во мне вызывали резонанс. Точно так же художественное творчество, прикладное творчество. На картину можно смотреть, не зная язык. И когда мы видим творчество Андрея Степановича и других ярких художников, которые создают национальный колорит, мы это, каждый из нас это ощущает. То же самое, вот та же мысль, поддержать культуру, то, что будет направлено на наших детей, будущее, в том числе и движение. Мордовские национальные игры, Тюштень, Налксима. Мордовская национальная борьба. И это будет легко восприниматься, это будет восприниматься массово. Вот я сегодня приехал сюда с курсом повышения квалификации для учителей и преподавателей физкультуры. Там я этот клип демонстрировал. Клип под музыку Торома, именно Тюшти. Там сюжеты с мордовских праздников. Раскинёскс, Вашингтонский район, Эрзянисмапря, Сабаева. Вот то, что показывает, учителям я это показываю, рассказываю, как можно на уроках, как можно провести урок в этническом стиле, как можно с помощью движения подвести ребят к своей этнической самоидентификации.
Начинается с простого. Народные игры, Тюштя Налксимат, игра, кто такой Тюштя, откуда он взялся. И дети в большинстве своем не знают. Приезжаем мы с мастер-классом в Ильзянское село, Пензенскую область. Все детки на уроке по-ильзянски разговаривают, спрашивают, кто такой Тюштя. Ни один из них не знает, что это такое. Да, они владеют языком, но ни на одном уроке с ними о культуре не разговаривают, потому что для детей все начинается со сказки. И если детям, этническим ильзянам акшанам, не рассказывают маленькую сказочку про Тюштю, дальше про культуру будет сложно говорить. Все начинается с детства. Спасибо.